Орской транспортной прокуратурой утвержден обвинительный акт по уголовному делу в отношении 52-летнего жителя Адамовского района Оренбургской области. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 214 Уголовного кодекса Российской Федерации – вандализм, то есть порча имущества в иных общественных местах. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.